работать, видите, инициалы ВВК. Это не военно-врачебная комиссия. Меня зовут Вера Викторовна Кузнецова. Ага. Иногда я говорю, Вера Викторовна и кошка. На моих работах вы можете увидеть образ кота. Дело в том, что 16 лет мы рисуем работы эти художественные с моей домашней кошкой, которая сидит рядом с мольбертом. Белая бухая британка. И такое ощущение, что она какой-то своей энергетикой со мной делится. У меня в каждой третьей работе встречается образ вот этого изумительного животного. Это может быть и большая картина, где в настоящий момент они отсутствуют. Самый главный действующий герой на всем полотне – кошка. Или просто намек на то, что этот зверек вот появился где-то сбоку. Ну, я обратил на них внимание, на кошечек, да? Таким маленьким пятнышком. То есть это ваша подружка по художеству, да? Это мой соавтор. Поэтому иногда я шучу, говорю, это не Вера Кузнецова, а ВВ и К, и кошка. Понятно. Спасибо, Вера.